путешествие пошло в обратную сторону, 8.06.24. Такое вот количество отдыхающих после обеда. Кто-то мажется уже и грязью, остальные купаются в воде. Если сравнивать с утром, то намного больше. Часть людей на пляже отдыхает, загорает. Пирожочница торгует пирожками, значит, пляжный сезон начался точно. Находимся на водоразделе. С одной стороны одно и то же озеро, и с другой такое же название. Правда, соленость воды, скорее всего, разная, потому что тут просто люди купаются, а там птицы, какие-то водоросли есть. Вот сколько людей днем и в воде, и на пляже. Конечно же, больше, чем утром. Утро это утро. Все в основном приходят к обеду, к 11 часам, к 10, к 12 кто-то. И отдыхают. Кто-то час, кто-то 2, 3, возможно, 4, 5 часов здесь находится. Как позволяет время. Мы тоже немного были и идем уже домой. Свято-Воскресенский храм рядом. Вот так вот пляж выглядит, еще раз покажу. Такие горизонты. Птицы гуляют на берегу, ищут какой-то корм. А люди просто купаются в это время. На улице тепло, лето. Всем хорошего настроения и пока!